Всем привет! С вами канал «Счастливы в путешествиях». В этом обзоре мы побываем в Турции, в солнечной Анталии. Мы уже не первый раз путешествуем по этому замечательному городу. На нашем канале вы можете посмотреть обзор отеля «Пака Си», который находится на набережной Коньяалты. В этот раз проживать мы будем в отеле «Адалия Порт», который может похвастаться традиционной турецкой архитектурой и расположен в самом центре Анталии – Калиичи. Как сказали с гордостью хозяева, он самый старейший, или место самое старейшее. Трудности перевода. От аэропорта всего 20 километров. Можно доехать за 25-30 минут на такси. Исторический центр города Анталия. Потрясающие красоты виды с отсылкой в историю. Вымощенные извитые улочки. Старинные домики, в которые органично вписаны кафе и магазины. Дружелюбные продавцы, нахваливающие свой товар и приглашающие зайти на чай. Черт побери! Где у тебя клад? Зарыт золото, бриллианты. Скалистая линия побережья Анталии, словно ожившие декорации Голливуда. Услада для глаз, привыкшим к мегаполисной толчее зданий. Это очень красиво вживую. Вы можете взять экскурсию на корабле и полюбоваться скалистым берегом с моря. Несмотря на то, что у отеля практически нет своей территории, парковка для нескольких машин все же есть. И, как нам сказали, бесплатно. Давайте зайдем в отель. Внутри традиционный декор сочетается с современными удобствами. Слева при входе располагается ресепшн. Вежливый персонал поможет вам с размещением. Мы сразу обратили внимание на красивую люстру, свисающую с потолка, и, конечно же, на нарядную елку. Рядом с ней мы и встретили Новый год. Розочки, оформление, да, какое? Угу. Красивое. Балкона нету, но есть окошко маленькое. Какой, да, у нас там вид? Вид, по идее, должен быть на море, но тут из-за деревьев не видно. Скала такая. Когда мы приходили узнавать про этот отель, мы спускались вот на этом лифте и потом обходили немножко дома и заходили в отель. А таксист нас сегодня подвез вот под этим узким улочком прямо ко входу в гостиницу. Очень здорово. Ну, конечно, это все Наташа займет. Мне, наверное, места не хватит. Сейф. Дополнительное одеяло, подушка. Шкафчик. Ну. Наташа, мне что-нибудь можно здесь? Одну маленькую полку. А посмотрим, что у нас за ванна. Ну, она достаточно просторная. По крайней мере, больше, чем в прошлом отеле.
Танцевать можно, петь здесь. Восторг. Чай. Получается здесь у нас чайник и презент сладкий, да? Так, мини-бар такой небольшой. Бесплатно. Сказали, что сегодня бесплатно. Ну как? Вкусно здесь десерт. С таким видом. В летнее время на террасе располагается кафе «Гарден», где можно отдохнуть после насыщенного дня, выпить чашечку ароматного турецкого кофе и насладиться видом на бухту. В разгар сезона здесь организовывают барбекю и индивидуальные романтические ужины. Ничего себе тут! Балкона, потому что мы будем теперь в такой красоте выходить пить кофе, может быть, что-то еще. Мне очень нравится. Это место для курения в нашем отеле, потому что нету балкона. Вот здесь, в такой красоте, можно сесть, взять чашечку кофе из номера и покурить спокойно на сигарету. Пошел небольшой дождик, но мы все равно нашли решение, да? Раскрыли зонтик и спокойненько сидим, отдыхаем на своем месте. Всем доброе утро. Вот мы утром проснулись, я уже полетал, а сейчас поедем на завтрак. Это у нас на 4-м этаже. Перекусить. Ну что, приступим. На всех этажах периодически можно увидеть красивые и необычные предметы старины. На стенах много картин. Ощущение, что находишься в музее. На втором этаже располагается библиотека. Здесь вы можете почитать книги, оставленные отдыхающими, а также дополнить библиотеку своей книгой. Отель «Адалия Порт» нам очень понравился. Надеемся вернуться сюда еще раз. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на нашем канале. Всем пока!